А Метровая. так, вот это да. Да. Вот это такая нету. Зато. Два яичка добавила. Вот это гад. Ну, здесь сколько она, эта банка? Это литровая. А, литровая, да, банка? Да. Вот. Два яичка добавила. Да. Столовую ложку муки размешала в стакане. Да. А, в стакане. Да. И немножко косточку такого риса. Рис. Какой рис? Круглый, да, это рис? Да, только лишь круглый идет. И так все смешать. Угу. Сейчас добавлю сюда зелень. А, зелень. Уже добавила. Да. А зелень какая что идет? Зелень кишнич идет. Кроп идет. Дах кишнич идет. А, дах кишнич. Кто добавляет лук, кто добавляет шпинат. Щавель. Вот сейчас приехал, сейчас готовит опять долго, опять могу увидеть. Это же видео, знаю, у меня есть на канале уже давно, сколько это. Два года или три года назад, на это видео. Так, это, садни, так сейчас стакан что-нибудь попал. Так, сейчас смешиваем. Какой запах это... пошел в зелени? Да, это горная кинза. А, горная кинза, да. Да, в кишнище. Такой запах хороший. Вот, ну, все смешно. Помешали, сейчас. Немножко поднесу. Вот добавлю. В эту же банку добавляем. Набираем воду. Тоже литр воды, да? Хорошо, да. И туда. Литр воды. Вот так вот долго готовим. Так. Вот литр воды. То самой банке. Готов. Да, вот так вот смешно. Добавляю сюда. Все. Все. Сейчас я возьму. Соли не добавляю, соль добавляю в конце. А, соль в конце. Когда полностью останет долго. А, при последнем, уже когда будет, чтобы быть когда готово, да? Давай. На каст оставим. Да. Помой. Дело в шляпе. И... Все, крутим. Когда до готовности, да? Да. Не отходя от плиты. Уберем вот тут вот сейчас. Не так перемешиваем, не отходя от плиты. Пока не закипит. Как закипит, там пару минут прокипятится. Все. Включаем. И сколько так минут мешать у плиты? Ну, минут 15 точно. Ого. Там же стул себе поставить у себя. И вот так перемешиваем, да, чтобы не останавливаться. Чтобы не останавливаться. Ну как, все, вот. Все уже почти закипает. Сейчас посмотрим. Если она булькается. Что? Все зелень осталось. Ничего. Еще не булькает. Нет? Еще там. Сейчас забулькает. Все, такой почти же готово. Сейчас, как долго. Только закипит, я выключу. Уже соль добавишь, да? Полностью, когда остынет, а. Я так добавляю. Кто может, кто-то добавляет заранее, я так делаю. Ну, так мешаем. Уже почти готово, уже такой запах пошел. Долго. Готовность долго. Сейчас посмотрим еще. Здесь готовы, да? Сейчас еще немножко, нет. Он должен пузырики даже уходить, да?
Уже сезон хочет закипать его. Так. Это вкус. Как это вот здесь шкаф возьмешь? Что там? Еще да, еще нужно помешать. Чай заваривать. Да. Сейчас я вам покажу, с чем я завариваю чай. Да. Это как кеклёту, но не кеклёту, это гилемерзеи называется. Да, как кеклёту, его просто на... название, да, такое. Да, очень ароматный получается чай. Я его как... Это такие лечебные цветочки, на самом деле, очень лечебные, да? Даже утка очень полезна, от простуды тоже. Я купил его на измельчитель, такой его измельчили, но он такой запах дает, очень. Как у него такой запах, этот. Хоть его измельчили, но запах дает. Чай вкусно, да, бывает? Как бывает? А мат у него чай. Да. Это нам. Ну что там? Мама, убери курицу в холодильник, потом будем делать. Да, курица будет. Долго есть. Она сделана. Будем завтра готовить. Надо завтра. Сейчас смотрим. А, здесь все есть. Вот он хочет закипеть уже. Да, вон уже. Уже поднялись. Закипел. Уже закипел. Еще немножечко и выключаем. Все, выключай. Не-не, так плаши, да? Наверх не плаши. Нет, просто плаши вам. Все, можем уже убирать, да? Все, готово. Добро, готово. Да, еще пару минуточек, чтобы закипит. Я выключу. Да. Долго готово. Отлично. Вот он посоль. Все. Пусть остынет, потом да, тоже ты соль добавишь. Да. Вот это. Точно ты такой, ты что, мята? Да, да, это. Это? Да, точно. Это было? Точно, да, как ты мне сказала, это мята. После ее измельчили. Это мята. Ты отсюда, да, взяла? Ты сюда поставил? Маме спаси. В измельченном виде. Да. Обычно он бывает, ну, так как веник с палочками. Вот. И он намного вкуснее с ним чай пить, чем с кеклёту. Я просто как попробовала с ним чай добавить. Кеклёту не добавляю. Всегда покупаю вот это. Вот. Добавляем ложечку. Это достаточно. Ну да, вот она где-то меня больше видно, потому что она не другая бывает. Потому что у нее там, видишь, какие-то что-то там, какие-то травы смешанные. Он намного ароматнее, чем кеклёту и чем мята. Вот сейчас такой аромат пошел. Да. Вот, сейчас. Еще что? А. Чай.
сюда, да, так. Раз. Да. Да, достаточно. Две ложки. Да. И даже чай, даже аромат пошел. Угу. Это я чай мы покупаем. Я с половиной пока буду. Я люблю, когда такой цвет. Это чай Тудор. Он такой ароматный. Угу. Тудор чай. Берется. Так, сейчас. Вот. Сейчас будет церемония. Да. Идет халагазы, поэтому нужно чай заварить. Наша семья чай хорик. Вкусный чай, пить мы любим. Вот. Немножко настоится, потом я помешаю с ложкой. Все. Вот он немножко настоялся. Сейчас я его вот так раз помешаю. Какой аромат идет? К вам отошел. Чтобы хорошо чай с этим смешался. Все. Теперь будем ждать, пока он заварится. Как полностью поднимется заварка, я включу.